Да? Целые сутки не спал. Сейчас я вам дам ячейку 6-го участка. Завод управления занят. Кажется, он там. Первый участок. Да, в ячейке 6-го участка. Даю кооперацию. Спасибо. Ему сегодня звонила жена. Жена! Да, между прочим, она сегодня уезжает в Москву к тамошнему мужу. Жена есть жена. Бедный Корнеев. Кстати, как вам нравится Харьков? За одну смену 306 замесов. Это же прямо феноменально. Ну, пока. Даю ячейку 6-го. Симону! Да будем вам тише! Сергеич! Слава, ребят! Тише, можно или нет? В очередь! Да не бойся! Не она! Не все сразу! Мы твои ботинки, слышь, Корнеич, будем посылать в постстройком вместо суточного рапорта. Подожди, надо решить. Все, прораб Корнеев слушает. Порядок. Привет, Давид. Пока в порядке. Вторую смену поставлю и смотаюсь домой. Ладно. Ну что ты думаешь, Давид? Это насчет чего? Насчет Харькова. Да. В самом деле, Давид, надо решать. Решать надо, инженерия. Крыть будем, а? Хорошо. Ты что, простудился? Здравствуйте. Здорово, хозяин. Ты Харькову когда втыкать-то будешь, а? Сегодня, что ли? Это про что? Да ты не крути, не крути. Ожидает. Ну. Ну.
Пора, Георгий Васильевич. Время, милейший. Рабочий день. Друзья мои. Пора открываться. Пора, пора, пора. Конечно, пора. Участковый Канонников. А, очень приятно. Здравствуйте. Ой. Наш райотдел приказал, чтобы в последний, значит, здесь раз ночевали. Ну, а больше говорить нельзя. И так, говорит, уважили в порядке исключения, как вы, говорит, есть наш выдающийся писатель. Да, имя известное во всесоюзном масштабе. Вот. Распишитесь на память. Прошу. Ну, чтоб, значит, последний здесь раз. Слушаюсь, товарищ Канонников. Прощайте, Иван Кузьмич. Благодарю за приют. Храните тайну вкладов. Шутите. Сейчас выйдут. Лица, револьвер. Желтый. Милиция меня бережет. Вот, ладно. Ну, счастливо оставаться, товарищ писатель. Прощайте. Здравствуйте, Георгий Васильевич. Здравствуйте. Вы извините, но у меня ужасная память на имена и фамилии. Я вот... Винкич. Ну, корреспондент Роста. Ну, позавчера я встречал вас на вокзале. Вокзал! Моя фамилия Винкич. Ну, ради бога, просить, ну, совершенно... Моя фамилия Винкич. Как же, товарищ Винкич? Ну, номер вам готов в гостинице. Не очень, правда, но... Да что вы, спасибо, а то я здесь... Да номерок прямо скажем. Да не важно. Мировой рекорд. Мировой рекорд? Ну, конечно. Что вы говорите? Харьковские питомники. Ну, неужели? Чего там не делать? Я очень фумывальник все пропустил. Да нет, я, конечно, читал, но, вероятно, не обратил. А ты не горячись. Меня в данный момент... Ну, не горячись. Ладно. Я тебя найду, Дэвид. Не горячись! Время есть! Жду тебя! Филон, да, жду! Ну, ты как? Ну, как же, ну, что ты говоришь? Пойду к Рембрандтам. Ну, Филоныч, как Филоныч, ты? Ну, Филоныч, ты же нервишь, Саня. Ну и утро, ну и жара начинается. А ну, Рембрандты, раз-раз, есть работенка. Ну и ребята, ну и идейные, ну и молодцы сопляки. С огнем не шути, сгореть можно. Ух ты. С огнем обращайся страшно, осторожно. А ну, ребята, давай, долетай, первый, второй. Ну, чего тебе? Что ли лозунги? Опять? Ну, давай! Текстовой плакат. На когда? Ну, через полчаса. Сможешь? Полчаса! Уху, какой быстрый! Ну-ну! Петухи, только без драки. В чем дело, ребята? Не трогай! Брось, не трожь! А у них персональное соревнование. Кто за 8 часов больше букв напишет. Ясно. С 12 ночи мажут. Озверели? Эх вы, грамотеи. Количество за счет качества. Ни одного слова правильно. Вот. Место еще и чё. Место огонь – огонны. Место долой – ладой. Ты нас, пожалуйста, не учи! Сам не больно грамотный. Ходят тут всякие, только ударную работу срывают. Мы еще не проверяли. Слушай, Филон, проверим. Может, картинку сочиним, а? Наши в калоши сидят, а харьковцы их за веревочку тянут. Картинку, ну давай, валяй. Товарищ партийный. Ну, вы и так весь участок, ну, картинками сюда обляпали. Пусть сюда. Ну что тебе, ну поможем. Еще один явился.
На хлебничек пришел. Здорово. Вы буквы-то буквы. Покрупнее пишите. Ты не учи! Бери, зачем пришел, уходи! Простыл. Держи. Ох, шутка, знаю. Участки поел. Извините, здравствуйте. Спешишь, товарищ морковец. Хозяева, у кого наряд на шестой участок? На шестой наряд у Кустунаева. А где Кустанай? Кустанаева нет, Кустанай в больницу уехал. Товарищ Маргулец, товарищ начальник участка, товарищ Маргулец. Загиров? Да. Ты что, Загиров? Я, товарищ Маргулец, дай 10 рублей. Очень, а? Дай. Загиров честный человек отдаст. Дай 10. Не смогу дать. Товарищ начальник участка, дай мне 10 рублей. Я получку отдам. Шапку вот так держи, а то... Нет у меня, понимаешь? Ай! Что же делать? В конце концов, может так дальше продолжаться или не может? Не может. Возможно жить все время двойной жизнью. Абсолютно невозможно. Хорошо. Что нужно делать? Нужно решать. Что решать? Что-нибудь одно. Или-или! Верочку можно выписать из Москвы сюда. Девочка, это не оправдание. Глупости. Отличный континентальный климат. Живут же здесь другие дети, и ничего с ними не делается. Здоровики и бутузы у мальского ребенок. Надо поговорить. Не так просто уехать. Товарищ Корнеев! Товарищ прораб! Черт! Я, конечно, очень извиняюсь, но есть дело. Кончили смену. Кончили? Там такое дело, товарищ Корнеев! Сколько дали? 90 кубов, а? Вторая смена на месте? Вторая смена собирается, товарищ прораб. Хорошо. Маргулис там? Маргулиса нету! Хорошо. Товарищ прораб! Товарищ Корнеев, в конце концов, будем бить Харьков. Это же азбука, люди ж горят. Но тут вопрос когда? Фактор времени. Но завтра да. Поздно факт. У тебя что, завтра выходной? Значит, сегодня люди ж горят, товарищ. Ну как так? Сейчас. Слышь, Ханумов, как насчет Харькова? За Харьков не беспокойся. Харьков свое получит. Не выйдет у вас. А ну, Маруся, давай. И что носит? Что носит окаянный? Давай, давай. Ой, уру. Харьков свое получит. Пусть мне никогда не видит в жизни счастья. Мордой об дерево, я извиняюсь, но это же факт. Даем 350
50 замесов. И если хоть на один замес меньше, рвите с меня голову. Ребята же ручаются. Ладно, ладно, ладно. Как же будет? Ермаков, почему бригада не на месте? Ладно. Становись, смена! Держись за знамя покрепче, Ханума! Зубами! Вырвем! Иди! Попробуем! Все! Все! Пошли! Ох, да хорошо страдать весною, под зеленою сосною! Тебе тоже не страдать, как бы я страдала! Тебе тоже не видать, чего я видала! За получкой и топ под знаменем всей бригадой ходит. Нет, вы обратите внимание. О! Сейчас в столовую пошли. Прямо командарм 6. Товарищ Маргулис, а Харьков-то, а? Ну? Вот тебе и но. А ты куда путь держишь, Василий? А я на участок. Что ж так рано? Рано, а не рано. Ваш сменой в 16 заступает? Ну, в 16. А сейчас 8? 7:40. Ну? Что ну? Бригадир, значит, спит, а тебе не спится. Бригадиру жена приехала, вот он и спит. Женька? Когда? Ну, вчера вечером. Явилась у самого, живот вон. Здорово, хозяева! Ого! На ловца и зверь бежит, товарищ Маргулис. Здорово. Привет. Здрасте. Как дело, хозяин? Подвигается? Какое дело? Какие думаешь делать выводы из этого факта? Харьков. Дело серьезное. О, вот здорово, а? Когда же их понастроили, загородка-то эта? Вчера шел, не было. Время ли вообще заниматься рекордами, товарищ Маргулис, а? Да. Кругом настройки буза, хвостизм, оппортунизм на практике, теоретическая неподготовленность, матершина. Не беги, товарищ Маргулис, ты послушай критику, послушай. Не уклоняйся, товарищ Маргулис. Ой. Дави, дави! Куда ты пропадаешь? Везде тебя. Побереги! Пойди сюда, товарищ Маргулис! Не беги! Оглоблен! Я догоню! Сейчас, сейчас! Сочтемся славою, товарищи! Прошу вас, Шурочка. Видали, товарищи, а? Видали, как играют на нервах коллектива? Ничего, Мося. Коллектив выдержит. Я сейчас к вам зайду, у меня к вам будет разговорчик. Зайду, зайду. Шурочка, вам когда-нибудь приходилось прыгать через 15 лошадей? Ага. Нет? Мне тоже нет. Завтра мы это с вами сможем увидеть. У меня есть 2 билета в цирк. Пошли? Тебе ужасно не повезло, Мося. Почему? Во-первых, у меня есть уже билет в цирк. Это раз. А во-вторых, я бью тех, кто пытается со мной заигрывать. А вот! Ну ты как же ты думаешь, Давид? Это насчет чего? Да не крути ты. Правда, а?
Ну-ка попробуй. Какие-то засахаренные штучки. Вчера вечером в буфете. Очень вкусно. Кажется, дыня. Ну. Ну чего тебе? В общем, сами разбирайтесь. Давид Львович, ну пусть меня никогда не видит родной мамы. Я, конечно, очень извиняюсь. Пусть меня не видит братишек и сестренок. Дайте распоряжение второй смене. Знаете, Мося, я сегодня с утра ничего не ел. Вы возьмите, Мося, очень вкусно. 400 грамм 3 рубля. Ничего себе, попробуйте, попробуйте. Видите? Правда вкусно? Ну, кроме шуток, Давид Львович, ну что вы? Ну там же ребята волнуются, с ума сходят. Ну что вы, ну? Берите, Мося. Гиганты строим, а техника безопасности в забвении. Бери, Семечкин, дынные корочки, вкусно. Конфетками рот массом затыкаешь, товарищ Маргулис. Не выйдет. Не выйдет. Товарищ прораб, подержите. В самом деле, Давид, надо решать. Ты же видишь, ребята волнуются. Давид Львович, ребята с ума сходят, вы же видели. Дайте разрешение Ермакову. Насчет чего? Чертовой матери! Довольно! Как там наше дело? Во! Во! Ну ты толком, толком говори! Будем бить-то! Есть там указания какие! Куда полез десятник? Докладывай! Ребятки, Харьков дал мировой рекорд. Фактически 306 замесов в смену. Мы должны заявить конкретно и принципиально, поскольку наша администрация спит. Верно я говорю? Кроем Харьков как хотим. Ручаюсь за 350 замесов. На свою ответственность. Ермаков, подтверди, дадим 350 замесов. Кровь из носа дадим. Кровь из носа дадим. А что, может быть, не дадим? И кирпичи дадим. Предлагаю встречный план. 350 замесов. И если хоть на один замес меньше, рвите с меня голову. Кто за? Ясно за. Кто против? Кто против? Начальники. Поскольку администрация затыкает рот конфетами, что мне больше всех надо, что ли? В чем дело? А? Товарищ Маргулис, поскольку Харьков дал 306 замесов, смена выдвигает встречный план. 350 и ни одного замеса меньше. Ребят, подтвердите. А что вы хуже других, что ли? Я не понимаю, о чем речь, товарищ начальник участка? Дайте распоряжение этой смене. Больше ничего? Больше ничего. Так. Как же будет, товарищ Маргулис? Что? Ой, товарищ Маргулис. Так. Все в порядке. Все в норме. Да как же будет, товарищ Маргулис? Не может Ермаков Харьков бить. Как-то не может. 350 замесов, оторвите мне голову. Зачем? Ты лучше подумай ею, попробуй, ладно? Который час? 7 минут 9. Вторая смена опаздывает на 7 минут. И имейте в виду, 30 замесов в час, не больше. Не больше? Хорошо. Ну, бригадир. Эй, хозяин, вставай! Бригадир! Вставай, ну! Бригадир! Бригадир! Вставай! Проснись, ну! Поднимайся! Вот мужик! Алло! Ой, Смятана! А брось ты, Василий, дурня валять! Смятана! Пей!
Здорово, Сметана. Привет. Ну, как там дело? Что слышно? Разговоров. А кто больше разговаривает? Да все одинаково. Плакат повесили, мы в галоши, а Харьков нас за веревку тянет. Это довольно глупо. А Маргулис видел? Да Маргулис крутит. А что, он определенно-то что, ничего не говорит? Я ж тебе объясняю, что крутит. Ермаков заступил? Последний башмак заливает. И быстро льют? Обыкновенно, как всегда. Маргулис больше 30 замесов в час не разрешает. Ну, ясно. Без подготовки. Как тебе вот нравится такое дело, а? Вот был холостой, стал женатый. Ожидай прибавления семейства. На тебе гостинцу навезла. На, пробуй, кушай. Вот дела, а? А Ханумова видел? Видел, а как же? Чешет под красным знаменем, как командарм 6. Вот черт лысый. Ну а что ребята из других бригад про его говорят? Ничего не говорят. Думают, что он непременно Харькову воткнет. Непременно он, да? Непременно он. Ну а что же этот Мося там, а? А что Мося? Мося носом землю роет. Ах, так, да? Куда они все здесь подевали? Куда? Куда ты? Ясно куда, на участок. Бригадир, сапоги! И пока я не получу приказ бить Харьков, я оттуда не уйду. Стойте! Ребята, вы тут? Да? Дайте 10 рублей, очень опять прошу. Деньги. Костя, дай 10 рублей. Не ходи, не ходи, не ходи. Дай, может, дай, да? Деньги надо, 10 рублей. Мама надо. Точно, да не слушайте, Загиров, честный человек. Дайте 10 рублей, прошу. Какие деньги? Какие деньги? Вот деньги. И где пропадал, гад? А? Где Саенко? Где Саенко, ты? Ух, убью, гад. Ах ты. Ваня, дорогой, дай 10 рублей, кепка на, купи. Знаешь, а? Зачем его дам, не скажешь, не дам. Эх, койка рядом, я тебе зимой валенка давал. Давал. Слухай, Сметана! Что? Ты тут без меня всю бригаду нашупай. Ясно. Нашупай и прошупай. Ясно? Хорошо. Прошупай. О, смотри, что делают гады. Чтобы были все до единого, я на участок. Ясно. Нашупаем. Опа! Нащупаем! Оба! 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 Погуще, погуще. Хороши сиськи у тебя. Побольше, погуще, работа хорошая. Юра! Какого черта ты ко мне прилип? Стоп, кажется, есть пропуск. Котлетки? Да брось. Нет, у него интересные расчеты, займи я сейчас. Марья Александровна, есть пропуск? Пропуск нету. 600 человек спрашивает. Товарищ Маргулис, Харьков, а? Что вы на это скажете? Бывает. О-о-о. Почти усе американские кинобоевики. О чем речь, хозяева? Теперь цветным Харьков, а? Способом. Вот это интересно. Посмотрите. Речь идет о киноартистах. Девушка рядом еще со мной стояла. А что касается усих этих харьковских фокусов, то если у меня на участке кто попробует, не только 306, а 206, так я этого сукиного сына в тот же день пошиял. Огонь страсти. И на пушечный выстрел не подпущу КБ. Слушайте, вы видели? Пусть он хоть трижды раз про инженера. Да, будьте уверены. Вы видели, цесарский? Я правильно говорю, товарищ Налбандов? Нет, непосредственно не касается.
Но мне кажется, что ответственная бетонная кладка – это не повод для упражнений всяких проходимцев и карьеристов. У нас строительство, а не французская борьба. Вот правильно, это бывает. А слушайте, а Конрад Вей, смей мой молчать. Да, да, о чем речь? О кино, о Маяковском. Любовная лодка разбилась о быт. Ясно. Приветствую, Георгий Николаевич. Это... До смены Ищенко осталось Дестер 7 часов. Китон. Надо принципиально. Или-или, Давид. Котлетки. Володя, тебе домой пора. Самое время. Брось, Давид, неумно. А кто тебе сказал, что я против? Нет, будем крыть? Только без шума. Терпеть не могу. Корреспонденты, писатели начнут галдеж, а чуть что потянут назад, начнут обобщать, всю мысль собачат. Охотники найдутся. Капудовкин, и броненосец, зато Гарри Флю отдал. Главное в нашем деле не заниматься рекордсменством. Во-во! Не французское. Какое может быть рекордсменство, когда через 41 день мы должны начать фантастичную кровь из носа? Танцы довольно ясно. Походи по фронту работ, погуляй. Значит, крыть будем. Не знаю, смотря по факту. Какие могут быть факты? Щи, котлеты, что-нибудь вкусненькое, хлеб. В чем ты не уверен? В щебенке я не уверен. В расстановке, в транспорте, в воде не уверен. Роскошные котлеты. Это что? Как что? Жиры. Не врут? Сколько на твоих? Без четверти. Давай, что это у нас? Давид, куда ты? Подожди, Давид! Куда ты? У меня в 9 часов прямой провод с Москвой. Если что-нибудь, я на междугородней. А котлеты? Хава! 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 Ну нет никакой возможности! Ну чего ты там забыл? Люди общественно полезным делом занимаются в свободное от работы время, а им срывают репетиции! А то истинный бог по зубам выбит! Ша-ша-ша-ша, по зубам! Не кирпичист ты! Ольга здесь! Ну какая Ольга? Трегубова Ольга! Из Ищенковской бригады, ну! В ней бык бег! Медленно лет арба! Наш бог бег! Сердце наш барабан! Старый бык лют! Вот и вес быт! Веди молодых лют! Старый будет разбить! Раз, два! Раз, два! Маяковский, Маруся отравилась! Понравился Маруське один с недавних пор. На фабринные усики расчесанный пробор. Он был монтером Ваней, но в духе парижан себе присвоил звание электротехник. Сошлись и погуляли, и хмурит Жан лицо. Нашел он, что уляли, красивше бельецо. Он с ней расстался ровно через 12 дней за то, что лакированных нет дух велик у ней. Куда, Трегубова? Это три репетиции, учти, мы вопрос поставим!
работает. О, его! Давай сюда! Сейчас! Давай сюда делаешь! Ты что? Иду! Ох, меня, милая, приезжал, приезжал! Ах ты, сиротка, ну что? Я иди к ребятам быстро! Ну, подожди! Ты иди, они тебе сюда! Подожди, подожди, тебя ждать? Подожди, Степан, сейчас приезжай! Давай, Саня, сюда, скорее! Ну что? Подожди, сейчас объясню. Слушай. Дошла! Ребят, вот! А, публики! Привет! Посылку получил. Так. Ну что? Надо собрать всю бригаду. Так. Кого увидите из наших, посылайте к бараку. Так. Так. И никуда не расходиться. Ясно? Ясно. Ну все. Добро. Теперь так. Так. Андрюшка Филатов. Не подведет, придет. Степка Нефедов. Вот тоже. Васянь с Фроской. Да, скажи, придут сознательные. Любить. Вот Саен туда от Загиров подкачают, угробят. Да найти их надо. Взять в оборот. Ну, Саенка, сволочь, ведь он без ножа зарежет. Был я мальчик с синими кудрями. На строительство попал. Сиротой остался бездомный. Без вины, товарищи. Пропал. Давай играть, да уйди, татарин, я стих потеряю. Сам все деньги выиграл, сам играть не да хочет. Да уйди, не засти, я то убью. Лохушка, мать. Закопали мать мою старушку. Мой папаша без вины пропал. Дайте мне, товарищ, большую кружку. Дайте мне скорее запить печаль. Коля, а? Ну, пока, бабочка. Вот, Коля, смотри. Хороший. Не подойдут они, маленькие. Как маленький? Ну, ладно, трояк, валяй дальше. Коля. Трояк. Ты что, Коля, совсем новый, ни разу не одевал, Коля? Ну, трояк, трояк. Ты что, Коля, смотри, тут сколько есть хороших вещей. Смотри, и вот за все сколько, а? За все и рубашка тебе в придачу даю, а? А? Сколько? Это вот за все гамбузом? Да. За все гамбузом тебе даю... Мои деньги, Коля. Твои были. Фортуна. Вот. Вот можешь получить. Ты что, смеешься? Надо быть человеком. А я что, собака? Ты не нахальничай, я тебе на глотку не наступаю. Забирай свое барахло. И заберу. Оно мне заберу не нужно. Заберу свои вещи. О, ты катись обратно. Товарищ, а там... Бригаду. Ух ты, там хотел все забрать за какой-то там дурак десятка. Дураков на рекорд собирай. Да. Может, получишь какой-нибудь приз. Копеек за 20. На, забирай, Загиров не везет никогда. Никогда не везет. Давай десятка. Давай, да. Играть будем. Только один кон. Карты давай. Один конок. Да, один. Будешь играть долго. Столько забрал вещей. Давай карта. Так, кто первый? Я первый. Фу. Москва. 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 Алло. Алло, алло. 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 Не слышу, не слышу я. Есть Москва, Давид Львович, говорите. Алло. Алло. Москва!
слушаю. Здравствуй, Катюша! Это говорит Додя! Ты меня слышишь? А? Кто говорит? Алло! Алло! Еще. Алло! Кто говорит? Здравствуй, Катя! Говорит Додя! Я тебя, наверное, разбудил! Ты спала! Извини, пожалуйста! Ой, я ничего не понимаю. Кто говорит? Алло! Кто говорит? Говорит Додя! Это ты, Катя! Я говорю, я тебя, наверное, разбудил! Ты спала! Додик! 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 Ради бога, что случилось? Додик, с тобой что-то произошло? Подожди! Катя, ничего не случилось, не волнуйся! Я твой брат, Додя! Неужели так плохо слышно? Я тебя отлично слышу! Катя! Я говорю! Я тебя, наверное, разбудил! Ты спала? А где ты находишься, Додик? Слушай, Додик, может быть, что-нибудь с мамой случилось? Додик, я тебя прошу, не волнуй меня. Додик! Додик, что-нибудь с мамой, а? Да ничего не случилось! Я говорю... Катя! Я говорю, здравствуй, Катя! Слушай меня! Там в моей корзине, слышишь? В моей корзине есть такая синяя тетрадка, литографированная. В корзине называется «Лекции профессора Пробста». Ты понимаешь меня? Слышу. Алло, ты с ума сошел, какая корзина? Ой, я думала, что-то с тобой случилось. Это мой сумасшедший брат звонит. Алло, Додик, Додик, это я не тебе. Алло, ты меня слышишь? Я говорю, ты меня слышишь? Ты меня разбудил. 6 часов. Я стою босиком в коридоре. Разбудили. Алло. Всю квартиру. Между прочим, надо поменьше пить. Алло, я говорю, что... Ты меня слышишь? Я говорю, что я стою босиком в коридоре. Да не в коридоре, а в моей корзине. Синяя литографированная тетрадь. Называется «Лекции профессора Пробста». Лекции профессора Пробста! Балет «Красный маг». Между прочим, можно было не смотреть на раздетых женщин. Алло, ты меня слышишь? Я вчера отослала Мишу Афанасьеву. Харьков! Да он такую молнию прислал! Что-что? Какая молния? Дура! Кто тебя просил? Катя! Алло, алло! Что такое? Что? Еще желаю. Да, еще желаю. Алло. Алло. Ну что такое, Додик? Додик, скорее, я же стою босиком в коридоре. Ты извини, что я тебя разбудил, но тебе придется немедленно съездить к профессору Смоленскому. Пиши адрес. Я? Что, я к профессору Смоленскому? Ой, домой? А сейчас, я сейчас возьму карандаш и бумагу. Так, взяла, диктуй. Так. Ага, не слышу. Так. Ага. Записала. Так, а что передать? Что? Кланяешься? Еще аналитический расчет. Да, поняла. Только, Золотко, ты не забудь. Скажи ему, что это насчет Харькова, по поводу харьковского рекорда. Он читал, наверное, пусть скажет свое мнение. А главное, последний, самый последний аналитический расчет. Поняла? Ага, понятно. Аналитический расчет, так. И Харьков. Ага. В 12? А что? Как я не понимаю, когда в 12? По-нашему в 12. По-московски в 9. Сегодня в 9 утра по-московски. Ну, как ты поживаешь? От мамы имеешь что-нибудь? Додя! Он у меня какой-то ненормальный. Привет. Ты слышишь? Собака. Я стою босиком в коридоре. Слушай, маме ты послал деньги. Она должна приехать в середине июля. Собачьи, наши крысы не ребята. Да, месяца два не платят. Перестаньте кричать, мне жалко. Все безобразие. Алло, Додик, это тебе соседи передают большой привет. И им тоже.
вам тоже. Ну что же делать? Да! Я не забуду, Додик! Аналитический расчет. Жду звонка в 9. Пока! Когда перекур кончать будем, а, ребят? Давид Львович! Давид Львович! А кто деньги за разговор платит? Пишите, да? Да пытаюсь. А, да. А мы приехали на гастроли. А вот оно. Заходите к нам на премьеру. Спасибо, заходите. Спасибо, не хочу. Пожалуйста, заходите. Непременно, спасибо. Вот здорово! Здрасте, Георгий Васильевич. Очень хорошо, что я вас застал. Приветствую вас. Винкич, моя фамилия. Я запомнил, вы же извините. Очень хорошо, что я вас застал. Жарище какое. Впрочем, может быть, вы заняты? Обдумываете, наблюдаете? Да как вам сказать, так обдумываю, наблюдаю, ну, в общем...
Все это представляется мне как ребус. Да ибо, вот я вижу множество вещей, людей, но пока не понимаю их взаимной связи. Вы знаете, я сказать по правде совсем тут растерялся. Да, вот сегодня газета ждет от меня очерк, я буквально не знаю, с какого конца начать. Да, все охватить сразу почти невозможно. Да. Ну а вы здесь сколько времени обретаетесь? 1.5 года без выезда. Ой-ой-ой, тут ловко, молодец. Ну и скажите, товарищ Винник, что, действительно 1.5 года тому назад здесь была голая степь? Абсолютно голая степь. Пустое место. Жили в палатке. Между нами именно с этого я и хочу начать. Просто-то, знаете, 1.5 года тому назад здесь была голая степь. Жили в палатках. Видите ли, Георгий Васильевич, здесь до вас побывало множество литераторов. Может быть, и не такого масштаба, как вы. Все они обязательно начинали так. 1.5 года назад здесь была абсолютно голая степь, жили в палатках. Это путь наименьшего сопротивления, Георгий Васильевич. Да, это очень досадно. Да. Может быть, прогуляемся по фронту работы, а? Я сегодня в вашем распоряжении, Георгий Васильевич. С удовольствием. Просто так, поглазеть, потолкаться для начала среди людей. Сходим на рудник, на плотину, на доменный. С удовольствием. Только сначала на одну минуточку заглянем на 6-й участок. Надо кое-кого повидать. И махнем, добро? Отлично, только оденусь и махнем. Фу, духотища. Откройте окно. Да, ну и номерок. Я говорил. Вы знаете, в этом номере работать совершенно невозможно. 60 градусов! Просто настоящая Сахара! Я ведь говорил, номерок никуда! Ох, да! Кухонные дымоходы! Тут больше 2 дней никто не выдерживает! Ах, вот оно что! Прямо какой-то сумасшедший! Разбудил всю квартиру! Его лечить надо определенно! И тебя тоже! Расчет, самый последний аналитический расчет. Харьков. Самый последний аналитический расчет. Самый последний аналитический расчет. Профессор Смоленский. Профессор Смоленский. Профессор Смоленский. Да, Харьков, Харьков. Самый последний аналитический расчет. Самый последний аналитический расчет. Профессор Смоленский. Самый последний аналитический расчет. Самый последний аналитический расчет. Профессор Смоленский. Профессор Смоленский. Смоленский. Харьков. Профессор Смоленский. Самый последний аналитический расчет. Самый последний аналитический расчет. Профессор Смоленский. Профессор Смоленский. Харьков. 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 Самый последний аналитический расчет. Самый последний аналитический расчет. Самый последний аналитический расчет. Профессор Смоленский. Профессор Смоленский. Профессор Смоленский. И Харьков. 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 Так, еще что? Харьков. Самый последний аналитический расчет. Самый последний аналитический расчет. Давай, Миронова! Выше, выше, давай, поднимай! Давай! Заводи, заводи, заводи! Бивей! 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 Тебе, говорят, жинка приехала. Да приехала, скаженная женщина. Ну как там наше дело? Дела идут, контора пишет, кассир. Нет, ты скажи, кто Харьков будет бить. Смотря по фактам, пока неизвестно. Как хлопцы твои? А вы за моих хлопцев не беспокойтесь. За каких-нибудь других можешь беспокоиться. Ну как дела? Сплошной настил делаешь? Да вот хорошо. Не будет того, чтобы ваш Ханумов над нами смеялся. Сюда несите! Я ж говорил, что он крутит.
Катя, беги скорее. Опять твой сумасшедший брат звонит. Бегу. Голова трещит от этих звонков. Сейчас. Спасибо. Спасибо. Алло, Додик, это я. Ой, слава богу, что я тебя застала. Ага, нашла. Ой, ты знаешь, как он меня принимал? Он угощал меня чаем в столовке. Ага. Ой, еле жива. Да, слушай. Подожди, я сейчас все тебе расскажу. У тебя есть карандаш и бумага? Алло. Молодец, Катька. Давай, диктуй. Я пишу, диктуй. Алло, слышишь? Слушай, вот газета и статья. Статья группы инженеров. Записывай. Ускорить изготовление и дать высокое качество бетона. Слышишь? Давай, 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 дальше, дальше. Телефон говорит. Золотко. Так, так, так. Щеглова? 57. 57? Хорошо. Хорошо! Вот что я тебе скажу, дорогой товарищ. Не выйдет это дело-то. Нет, не выйдет. А я тебе говорю, это дело не выйдет. Ага. Привет. Ну, Давид, здорово. Садись, сейчас я кончу. Вот. Да нет, это я не тебе. Ищенко, не тебе уже забежал, это. Вперед, успел. Да брось ты, все равно не будет того, чтобы ваш Ханумов над нами смеялся. Не будет, не будет. Точка. Вот именно, чудило. Точка. Ну, что скажешь, Давид? А ты что скажешь? Какие новости? А у вас какие? Не крути, Маргулис. Уточнилось что-нибудь? Ну-с, дорогие товарищи, редакция. А теперь 10 минут внимания. Мотайте на ус. Статья из газеты «За индустриализацию» от сегодняшнего числа. Каким образом от сегодняшнего? Святым духом. Из Москвы по телефону. У меня там спецкор, сестренка. Вот собака, ну и собака. Ну так что? Читать? Или, может быть, не стоит? Ну, читай, читай, и так время. Тогда внимание. Итак, все. Статья группы инженеров Института сооружений. Здорово, хозяин! Да не могу я вам подписать этой бумаги, ну как вы... Здорово, хозяин! Как дело подвигается? Будь здоров, тебе чего? Есть вы разговор. Ну, давай только коренько. Есть разговор. Выпиши мне наряд. Я погодите. Я захожу за справку. Ну, как же? Вот, читай, Филоныч. Да некогда мне читать. Ты мне расскажи, в чем там суть. Харьков. Ну, что? Знаю. Ты имей в виду, Филоныч. Я только что обошел весь участок. В связи с харьковским рекордом наблюдается нездоровое настроение. Давай. Кое-кто зарывается. Игорь, Корнеев. Давайте, давайте. Маргулис. Загибщики работают. Факт. Организация отсутствует. Раз. Печать зажимает. Два. Общественность спит. Три. Десятники матерятся. Четыре. Строительство, это, понимаешь, не французская борьба. А то, что получается, задумано как у Наполеона, а вышло как погоди, у Ваньки Маляра. Погоди, милок, я что-то здесь немножко не пойму. Ты что ж, корреспондент, приехал сюда сплетничать? Тень на плетень наводить. Ты прямо скажи, чего ты хочешь? А если сам этого не понимаешь, то не лезь в это дело, слышишь? Не лезь. Опубликованные в печати некоторые данные из построек о прочности бетона, полученного при различном количестве замесов, слушай, не дают настоящего ответа на поставленный вопрос. Только ударничество, подкрепляемая научно-исследовательской работой, даст полную возможность не во вред качеству догнать и перегнать мировые рекорды изготовления бетона. Какие из этого факта выводы? А вывод один.
можно попробовать бить Харьков. С вашей, конечно, помощью. Только не Ханомов. А я говорю, этого не будет. Слушай, Маргулис, а я вот с ним согласен. Надо молодежи давать ход. Так я уже дал распоряжение прораба. Кто? Я или Ханомов? Сейчас чья смена-то? Твоя? Моя. Ну, так ты и будешь бить, чем я два раза. Только быстрее потнее. Ну, дорогие товарищи, редакция, а вы что скажете? Мы одобряем. Мало, мало, мало. Ну, смотри ты на него, он не бритый. Посоветуй лучше, какой стих дать в номер. Вот сегодня сделал. Ему, понимаешь, мало одобрения такого авторитетного органа печати на колесах. А чего тебе еще от нас надо? А вот что надо. Во-первых, надо помочь с материалами. Песок, цемент, щебенка. Раз. Вода. Два. Ток. Три. Транспорт. Четыре. Хватит вас. Хватит, хватит, да, хватит, да. Хватит. Остальное мы с Гордеевым берем на себя. А слесарный ремонт вам не нужен? Слесарный ремонт? Обязательно. Очень нужен. Ты, брат, с малюткой Сиговым не шути. Он у нас на этом деле собаку съел и щенком закусил. И керосином запил. Не растешь ты, Слободкин. Вот ведь у Маяковского-то про то же самое, а лучше... Ну что, 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 Маяковский? Ну прочти. Так его, Шура, так, правильно. Давай его, а то у нас совсем нахерел. Моя мысль такая. У этого города нету традиций. Бульвара, дворца, фонтана и неги. У нас на глазах городище родится. Из воли, Урала, труда, энергии. Понял? Хорошо. Эх, Слободкин, Слободкин. Путь, как говорится, соли столовой съешь. И сотни папирос клуби, чтобы добыть драгоценное слово из артезианских людских глубин. Понял? А вот еще, помнишь? Ну, идею нельзя замешать на воде. В воде отсыреет идейка. Поэт никогда и не жил без идей. Что я, попугай, индейка? Нет, газетчику надо одно. Так, чтоб резала пресса. Чтоб в меня, чтобы в окно целил враг из обреза. Мало знать чистописание в ремесла. Я пролетарий. Расписать закат или цветение редьки. Вот когда к ребру душа примерзла, ты ее попробуй отогреть. Я любил. Не стоит старым рыться. Больно пусть. Живешь и болью дорожась. Я зверье еще люблю. У вас зверинцы есть? Пустите к зверю в сторожа. Я люблю зверье. Увидишь собачонку? Тут у булочной одна. Сплошная плешь. Из себя и то готов достать печенку. Мне не жалко, дорогая. Ешь. Это замечательно. А вот еще эту. Ну-ну-ну. Давай, Давид, за тобой. Ну, там еще левой, левой, левой. Товарищи, я забыл. Товарищи, давайте так. Как? Или о деле говорить, или стихи читать. А то ведь как получится? Задумано, как у Наполеона, а выйдет, как у Ваньки Маляра. Ладно, я пришел от секретаря партийной ячейки. Значит так. На всех точках крепкие ребята, но этого мало. Создаем аварийный штаб. Куда издавай материал? Ага, вот тебе очерк. Изобрази перестройки и портреты ударников, парочку. Можешь? Портреты она сделает. Изуродует хуже трамвая. Тебя изуродуешь. Создаем аварийный штаб. Так. Подожди, потом. Ну, хорошо. Слободкин, берешь на себя железную дорогу. Да. Кутайцев, цемент. Хорошо. Итог. Итог. Хорошо. Итог. Пиши. Я песок и щебенку. Есть. Кому поручу водопровод? Ну, на худой конец. Вот может сойти Семечкин? Семечкин, берешь на себя водопровод? Водопровод? Да. Можно. Молодец. Все. Да. Вагон комсомолки слушай. Да. Бригадир Рыщенко? Что? Здесь. Я всех прошу. Ты тебя. Образом. Меня? Сегодня. Тебя, тебя бережу. Ты с кем разговариваешь? Хорошо, ты не волнуйся. Слушай. Вообще, надо сегодня мне к вам подъехать. Алло! Я к вам зайду. Алло! Бригадир Рыщенко слушает! Кончает. Да. Что надо? Решай, чтобы быть сразу там. Хорошо, я тоже сказал. Обязательно. Потому что там повисишь на телефон. Да ладно. Баба моя. Что? Вот скаженная женщина, а? Да представьте себе, родить начала. Чего делать-то? Спокойнее, а? Товарищ, спокойнее. Надо отвозить. Ну, беги, Костя. Беги, беги.
Слушай, только ты не волнуйся, это у них бывает. Нет, бывает, бывает, да. Товарищ, бывает. Не волнуйся, Костя! Ну, в чем дело? Слава тебе, Господи. Сбирайся, сбирайся скорее. Ну. Бери узел-то. Подвод нашел, что ли? Доедешь? Доеду. Ой! Ничем. Ты ехай тише. Домотренер, стряси дорогой-то. Ничего, ничего. Доеду. Мальца, баба, мальца давай. Не волнуйся. До свидания. До свидания. Ой. Ничего. Ничего. До свидания. До свидания. Ой. До свидания. До свидания. Ничего, бабушка. До свидания. Ой, бабушка. Сюда. Вот так. Усади, усади. Ну как дело? Все в сборе? Да чего там все на месте? А Саенко, Загиров где? Что же они, собачьи дети? Не нашли другого дня, что ли? Чтобы все были до одного человека. А то хоть в глаза людям не смотри. Ладно. Иди бригаду на участок, а я сейчас туда завернусь. Вот видишь, какая музыка получается. Ой, что? Кочка, неприятность-то какая? Да погоняй, ты, ну тебя все, убью! Ну! Ну!